На протяжении нескольких дней гимназия номер 4 города Бреста стала площадкой для проекта «Мосты дружбы». Такой партнерский форум создан благодаря заключенному 20 апреля 2016 года договору о международном сотрудничестве между учреждениями образования Бреста и Луцка. Присоединился к проекту немецкий город Айзенах. Мы рады в гостях у нас принимать делегацию гимназии номер 4 города Луцка имени Модеста Левицкого и делегацию музыкальной школы города Айзенах. В гимназии у нас проходит неделя науки и культуры, в рамках которой у нас состоялись обмены концертами, состоялись мастер-классы, состоялись творческие встречи и работы над проектами, которые нас вот буквально в мае, в июне ожидают уже на озере Свитязь. Основная цель проекта – продемонстрировать учащимся единство народов, а также обменяться опытом и найти ту изюминку в культуре братского народа, ради которой будет желание вернуться в этот город или страну вновь. Важно отметить, что в рамках мероприятия гимназистам было предложено принять участие в Днях Европы. Школьники с радостью откликнулись на такое предложение. Подготовку к масштабному событию, которое включает экологические акции, форум юных журналистов и другие инициативы, гимназисты начали заранее. Планы грандиозные, требующие усилий, находчивости и стараний. Это очень классно, заводить новых друзей через такие проекты, как этот. Также мы ездили с ними на экологический фестиваль буквально в начале этого года. Всегда приятно видеть знакомые лица. Я узнал новую информацию о Украине и Польше, о ее достопримечательностях, о ее природе. И главное, о людях, которые там живут. Они показали, что у каждой нации есть свои особенные люди, и что они всегда рады и готовы гостеприимно встретить и общаться с соседями. А для создания творческой, одновременно образовательной атмосферы для гостей из Украины и Германии гимназисты подготовили насыщенную программу. Игры, тренинги, экскурсии по городу и, конечно же, совместные концерты, благодаря которым участники проекта продемонстрировали свои таланты. Несколько лет назад мы подписали партнерский договор между музыкальной школой в городе Айзенах и музыкальной гимназией номер 4 города Бреста. Я считаю, что это не только партнерство. Любая коммуникация в сфере музыки является очень важным общением между людьми разных стран, разных культур и народов. Мы дуже раді перебувати ці дні в наших друзів, вже скажемо так, вже кілька років ми дуже тісно співпрацюємо з гімназією номер 4 міста Бреста. Ми раді цьому запрошенню. Наші діти, направду, вже півроку питали постійно, коли ми поїдемо в Брест, тому що є діти, які вже кілька разів тут перебували в різних сім'ях, чи це по проєкту, чи це по обміну, чи це ми приїжджали з виступом фольклорним. Діти чекали цього візиту, и мы чекали этого визита, потому что мы рады проезжать и рады принимать. В подтверждении тому, что межгосударственные проекты сплачивают молодежь и способствуют их объединению, отзывы ребят из Луцка, для которых наш областной центр стал частичкой жизни. Нам очень нравится. Найкраще для нас – это знакомство с новыми людьми, с другого города, так еще и с другой страны. Это очень зближує людей, і ми навіть підтримуємо контакти, так як ми вже в другий раз в Бресті. І з людьми, з якими ми познайомились перший раз, ми підтримуємо контакти, ми зустрічались в Україні на Світязі, і кожен раз це нові емоції, це щастя, нові люди і відкриття нових горизонтів. Дуже цікаво їздити в різні країни, дізнаватися їхню культуру, їхні звичаї. І також для нас було дуже цікаво відвідати саме вашу країну, ваше місто. У вас просто неймовірне місто, дуже гарна школа. Но вони не тільки умники і умниці своєго учреждения, які добились високих результатів в учебі. Ребята розкрили свій творчий потенціал. Концерт «Моя музика, мой Брест», посвящений тисячолітию міста, удивив і порадував гостей, родителей, друзей. Остается и дальше с успехом проводить визитные встречи, в ходе которых пополнять багаж знаний и не останавливаться на достигнутом.